Здравствуйте, уважаемые члены жюри и дорогие конкурсанты. Хочу представить вам свою работу «Кони». На данный момент это 7-я законченная работа. Очень хотелось мне доделать ее именно для участия в гранд-финале конкурса «Golden Time Talent». Ну, работа эта зрела давно. Практически одна из самых первых идей. Но прежде чем браться за работу такой сложности, нужно было немного потренироваться. Художественным вязанием крючком я начала заниматься 2 года назад. До этого вязала одежду в технике ирландского кружева. В один прекрасный момент мне просто стало не хватать места на платьях для воплощения своих фантазий. И я решила попробовать свои силы в создании вязаных картин. Как раз на тот момент ничего подобного, и этим еще никто не занимался. Что можно рассказать о процессе? Вся работа с самого начала выполняется с изнаночной стороны. Сначала делаем рисунок, потом выкладываем части, которые по замыслу должны быть выпуклыми для придания объема, вязаным шнуром-бурдоном. Вот он, видите? Все выложено у нас бурдончиком. Он вымеряется четко по рисунку и вяжется также крючком. Затем заполняем вот все свободное пространство тоже крючком в технике тунисского кружева. В цветовом решении, ну, подбираем цвет, как нам хочется и как мы видим. Ну, практически как художник, только рисую я крючком. Ниточка тонкая, 50 грамм, 450 метров. Ну, конечно, видео все равно не передаст толщину. Крючок единичка. Ну, вот, собственно, весь процесс создания.